Всем привет, ребята! Вы находитесь на канале SuperVision. У вас накопилось много вопросов, я подготовил много ответов, и поэтому сегодня у нас выйдут муравьиные новости. У моих муравьев произошло очень много изменений, поэтому усаживайтесь поудобнее, и мы начинаем. Спонсор сегодняшнего выпуска – магазин Unkeeping Depot. Не упустите возможность приобрести редких муравьев, заграничные формикарии в одном месте. Ссылка в описании. А начнем мы наш обзор сразу с козырей. С колонии муравьев-капканчиков Odontomachus bauri. У них родился не только первый муравей, но и целых уже 4 рабочих имеется в этой семейке. Сейчас я вижу, что где-то 7 коконов у них находится. Большой пакет яиц, много личинок. Теперь я их кормлю уже, не открывая верхнюю крышку, потому что они моментально начинают выскакивать. Рабочие очень активны в этой семье. И выскакивают, мешают осуществлять кормление. Поэтому я кладу сейчас тараканчиков им прямо на арену. Они спокойно их затаскивают, кушают и потом их выносят. Видите, что еще один здесь тараканчик остался после прошлого кормления. Пока они его еще не хотят выносить. Но, тем не менее, они это делают. Вот видно, что куски тараканов лежат на арене. Вот, они там служат кормом для мокричек, которые там лежат, которые там живут. Но мокричек там живет очень мало, и исчезают они оттуда очень быстро, потому что капканы прям их моментально вылавливают. Практически всегда на арене дежурит один рабочий, который бегает в поисках пищи и уже просто всех подряд вылавливает живых существ, которые есть на арене, и заносит их для корма личинкам и другим членам семьи. Поэтому я заселил, вот все говорили, что я заселил мокричек в живой формикарий, и эти мокрички могут там чрезмерно много размножиться. Я думаю, что этого не произойдет, потому что даже, скорее всего, популяция мокричек, которая сейчас есть у меня в формикарии, она исчезнет. Итак, что мы сегодня будем делать? Сейчас давайте сразу увлажним формикарий у Odontomachus bauri и после этого покормим их тараканчиком. И также еще увлажним арену. Вижу, что субстрат уже там подсох. Я приготовил несколько кусочков таракана. Берем вот такого вот усатенького. К сожалению, у меня остались одни большие тараканы, поэтому мелких я их не могу дать. Посмотреть было бы интересно, как они охотятся на мелких тараканчиков. У меня остались только крупные. Крупного тараканчика я кладу на арену. Старый кусочек, не знаю, вынимать, не вынимать, потому что он служит кормом для хищных клещей, хипаспис, который у меня здесь живет. Поэтому я, наверное, пока их оставлю здесь, не буду убирать. Вот. Также мокрички, может, что-нибудь там подъедят. Поэтому вот мы положили кусочек таракана им на арену. Теперь давайте их немножко увлажним. Сейчас я им где-то заливаю два раза в неделю по 4 мл воды. Камеры для увлажнения в формикарии Азия небольшие, поэтому наливаем 2 мл, ждем некоторое время и потом после впитывания первой партии водички заливаем еще 2 мл. Воду я заливаю осмотическую, чтобы не было никаких разводов на акриловом стекле. Вот. Ну и плюс из-под крана сразу лить воду, зная сейчас, какая вода у нас идет из-под крана, тоже я как бы опасаюсь. Не хочу, чтобы эта семейка погибла из-за того, что мы им налили какую-то некачественную воду. Вот. Некоторые капканчики увидели, что вода немножко здесь перелилась через край, моментально начинают ее щелкать своими капканами, своими челюстями. Вот. Поэтому, ребята, семейка у меня это очень хорошо развивается. Проблем в ней никакой тут пока нет. Поэтому я думаю, что дождусь я 10-15 рабочих. Я думаю, это произойдет уже буквально через, думаю, что месяц-полтора. И можно будет ее заселять в живой формикарий. Теперь еще давайте увлажним субстрат, который находится на арене. Здесь у нас один капканчик носится по арене, вот убежал, забежал назад в гнездо. Все, слегка взбрызнули субстрат, который находится на арене. Пока муравьи не схватили еще того таракана, которого я им положил. Вот, у них здесь и увлажнение идет,
Вот им интересно, все начинают ощупывать ту часть формикария, которая начала увлажняться. Вот. Ну, как я уже сказал, 4 рабочих теперь. Это очень классно, прекрасно. Поэтому ждем окончательного уже развития до 10-15 особей и начинаем переселение в природный формикарий. Следующая семейка, за которой мы будем ухаживать, это Компонотус туркестанус. В принципе, у них все неплохо, нет такого пиково-скачкового развития семьи. Получают питание они достаточно хорошо, сироп, тараканчики, но тем не менее пока нет резкого скачка в развитии. Сейчас в семье около 11 рабочих, чувствуют они себя тоже все хорошо, прекрасно. Есть расплод, есть новые яйца, коконов достаточное количество. Несколько произошло смертей, погибло около 3-4 рабочих, которых я видел, что они лежат на арене. Вот их вынесли в дальний край арены, положили. У них на арене лежит поилочка, вот здесь вот видно. Единственное, я сейчас смотрю, что в этой поилке уже какая-то плесень появилась на ватке, поэтому мы сейчас с вами поменяем им воду в поилке, поменяем новую ваточку, почистим немножко вот такую мою кормушку, которую я сделал из кожуры фисташки. Туда зальем им сироп, покормим их сиропом. И увлажним наш формикарий. Сюда я заливаю 1 мл раз в неделю. Итак, первым делом давайте возьмем их кормушечку. Ее немножечко мы почистим. Уберем оттуда лишний прилипший сироп, который там остался. Вернем поилочку обратно. Вот туда сейчас мы зальем слегка сиропа. Так, сироп я приготовил заранее. Надо его обязательно попробовать. Да, сироп нормальный. Вот, я стараюсь всегда сироп пробовать перед тем, как я его даю муравьям. Во-первых, проливается вот эта вот у нас игла, чтобы в ней не застаивался сахар, который находится у нас в центральной части, когда мы готовим только сироп. Вот, ну и все равно как бы на вкус можно определить, какой сироп у нас получился. Так, ну, муравьев я сейчас поставил под яркий свет, у них немножко стресс. Чаще всего они находятся вот в этой камере. Вот, также находятся и в этой камере периодически. Когда я увлажняю, и им, видимо, становится много влаги, они уходят частично в эту камеру. Значит, эту камеру они не замусорили, эта камера у нас остается чистой. Там слегка какие-то были у них попытки замусорить эту камеру, но как бы они сейчас все почистили, все нормально. Постоянно у них один рабочий находится возле входа, контролирует вход в гнездо и в случае чего предупреждает остальных рабочих и матку в том числе. Вот у нас сейчас, видимо, из-за яркого света семья немножко в стрессе находится. Муравьи сразу не побежали пить сироп, как они обычно это делают. Но ничего страшного. Я думаю, что сейчас, когда мы уберем эту семейку, поставим спокойненько на полочку, они все-таки попьют сироп. Так, давайте сейчас мы увлажним, зальем 1 мл водички в нашу камеру. Муравьи сразу обнаружили, что гипс начал намокать, начали проявлять интерес к этому. А пока у нас идет увлажнение, давайте мы поменяем им поилку, потому что в поилке, как я уже сказал, образовалась какая-то плесень. Вот, в принципе, вода еще есть, все нормально, но вот почему-то образовалась плесень. Давайте ее поменяем. Пока я обновлял, ребята, у них поилочку, сейчас я смотрю, что один рабочий все-таки подбежал к тарелочке с сиропом. Сейчас начинает активно пить сиропик. И сейчас, я думаю, что и несколько других рабочих также будут бегать за сиропом, пока он пьет. Постараюсь его не отвлекать, аккуратно положить. Так, там еще один рабочий бегает. Аккуратно положу им поилочку с сиропом. В то место использую я вот такие вот небольшие пробирки. Мне больше всего это нравится. Положил ваточку туда, вот, и она достаточно долго может лежать на арене. В случае, если муравьям будет не хватать увлажнения, они сами смогут спокойно найти на арене эту поилку, принести воду, увлажнить гипс себе.
самостоятельно. В принципе, такой вариант очень удобный, как по мне, и позволяет муравьям самим контролировать влажность в гнезде. Не будем отвлекать эту семью муравьев, оставим ее в покое, поставим формикарий на полочку и приступим ухаживать за новой семьей. Следующая семья муравьев, которую я вам хочу показать, это Lasius flaus, желтые симпатяги. Они находятся в формикарии Мир, переехали сюда практически совсем недавно, начинают осваиваться в этом формикарии. Сейчас они живут у нас в Южной Америке. Через Северную Америку они попадают на арену. Значит, они не совсем часто выходят на арену, пока они боятся, потому что семья достаточно маленькая. В основном, конечно, они бегают по Южной Америке. Здесь у них живут две матки, расплод находится. Когда я кладу им тарелочку с сиропом прямо возле входа, они выходят через Северную Америку, пьют этот сиропик и возвращаются обратно. Недавно я учудил очень интересный такой момент. Значит, у меня в одной из семей флаусов погибла матка. Там оставалось около 10-15 рабочих. И я положил пробирку с этими муравьями на арену. Потому что сейчас дойдем до этого, расскажу. У меня был удачный опыт подселения муравьев без всякой заморозки, без утоплений. Поэтому я что-то на такой окрыленный этим событием решил попробовать проделать это с флаусами. Но у меня это не получилось. Значит, положил я пробирку где-то вот сюда вот на арену. Не стал этого момента никак заснимать. Вот, поэтому, как только я положил, значит, вроде бы все нормально. Муравьи начали потихонечку осваиваться. Эти особый интерес к ним не проявляли. Эти особый интерес не проявляли. Вот, но как только прошла ночь, с утра просто было ледовое побоище. Была бойня между двумя семьями. Весь вход был усеян погибшими муравьями. Не знаю, с какой стороны, сколько пострадало, но вот эта вся семья, все 10-15 рабочих были уничтожены. И сама моя основная семья муравьев понесла тоже какие-то незначительные потери, потому что, в принципе, муравьев, ну, как и было, плюс-минус осталось. Поэтому семья начинает осваиваться, потихонечку начинает заселять этот формикарий. Как только она заполнит Южную Америку и Северную Америку, мы откроем ей Африку, Евразию и Австралию. Сейчас мы уберем ту тарелку, которая там уже есть, потому что она старая, увлажним этот формикарий и оставим их в покое. Так, давайте сейчас я достану старую тарелочку, которая у меня здесь есть. Она у меня из фольги сделана. Положим им сейчас новую тарелку. Так, подготовил я новую тарелочку. Сейчас предварительно капнем сюда сироп. Капелька сиропа. Так, я вижу, кстати, вот один рабочий ходит, даже два, по Северной Америке в поисках пищи. Сейчас мы вам эту пищу предоставим. Возле входа положим им эту тарелочку, чтобы они могли спокойно, не боясь подойти попить сироп, накормить других муравьев. Я, кстати, замечаю, что эта семья начинает активизироваться с наступлением темноты, когда становится уже темно. Вот иногда подхожу с фонариком или включаю свет к этой семье, и достаточно активно они вот в верхней части по Северной Америке двигаются в поисках пищи. Вот кормлю я их тараканами, кормлю сиропом. Пока на этом все, что они получают. Нельзя сказать, что, несмотря на то, что семья живет только в Южной Америке, Северную они загаживают. Тут вот какие-то камушки частично попали, но это когда я брал формикарий, переставлял здесь с арены немножко попало сюда камушков. Я думаю, что когда семья разрастется, они хорошенько почистят эти комнаты, и формикарий у них будет чистый. Ну что, ребята, пускай муравьи наши спокойненько добираются наконец-таки до сиропа. Сиропа все попьют, накормят все свое потомство. Активно пускай они развиваются. Но, значит, две матки дадут хороший старт. Посмотрим, когда все-таки семья решит избавиться от одной из маток. Надеюсь, что это никогда не произойдет. Но будем наблюдать за этой семьей и дальше. Не только, я надеюсь, они будут выходить у нас в муравьиных новостях. Я думаю, что какие-то будут и отдельные сюжеты с этой семьей. Ребят, подождите, пока делал вам подсъемы, забыл
то, что мы не увлажнили формикарий у этой семьи. И посмотрите, как активно семья начала бегать и пить этот сироп. Прям такое оживление началось. Муравьи, я думал, что по одному, по два, как раньше, будут бегать. А сегодня прям такое серьезное оживление. Практически вся семья задействована в добыче сиропа. Так, ну а мы пока увлажним наш формикарий. Заливаем в первую камеру около 1 мл воды. Сейчас гипс начнет потихонечку намокать. Ну а мы не будем отвлекать эту семью от трапезы. Пускай спокойно кушают и переходим к ухаживанию за новой семьей. Следующей семьей, которую я вам хочу рассказать, будет Мирмикария брунея. Сейчас у них 6 рабочих, достаточно большое количество расплода. Кстати, яиц не так много, но личинок, коконов достаточное количество. Произошло ряд смертей в этой семье. Значит, я думаю, что все рабочие, которые были с первой партии, они уже погибли. Осталось только те рабочие, которые уже появились здесь у меня. Вот. Но я думаю, что все-таки удастся мне переломить здесь количество смертей на количество появляющихся новых рабочих. Семья все-таки у нас сможет развиться. И после того, как она достигнет 15-20 рабочих, я уже буду пробовать ее переселять в формикарий. Сейчас давайте сделаем им тарелочку из фольги, положим туда и покормим их кусочком таракана, для того, чтобы наша семья получила заветный белок и продолжала так же, ну не так же хорошо, как у меня сейчас как бы она развивается плюс-минус хорошо, но надеюсь, что сейчас после того, как мы ее покормим, она начнет развиваться намного быстрее и количество смертей не будет у нас сопоставляться с количеством появления новых рабочих. Давайте сделаем тарелочку и положим туда кусочек таракана. Как вы могли заметить, семью я пересадил недавно в новую пробирку, потому что в той пробирке закончилась вода. Так, давайте мы сейчас аккуратненько откроем. Хотел вам рассказать о полиморфизме у этой семьи. Отличается количество, здесь хотя и нет солдат, но рабочие очень отличаются между собой. Но самый маленький рабочий, к сожалению, недавно погиб. Вот от него остался только маленький трупик здесь у нас. Так, сейчас мы положим кусочек таракана. К сожалению, у меня нет маленьких тараканчиков, поэтому я... Так, ты куда собрался? Режу. Так, аккуратно мы все-таки его не положим. Запачкаем пробирку, ну понятно, как обычно, в общем. Да, тарелку делал, зачем делал, ну понятно, ладно. Потом возьму ватную палочку, после того, как они покушают, и почищу пробирку, потому что пробирку я буквально недавно переселил, чистая, красивая. Сейчас после таких моих криворуких кормлений, после третьего кормления чувствую, что здесь муравьев уже не видно не будет, поэтому как только они поедят, завтра, скорее всего, возьму ватную палочку и почищу вход у этой пробирки, вот эту переднюю часть. Ну, в принципе, Мирмикария достаточно хорошо ест тараканов, которых я ей предлагаю, пьет сироп активно. Ну и в целом, говорю, меня пока устраивает, как она развивается. Думаю, что все-таки месяца через полтора мы уже сможем их переселить в формикарий. Какой это будет формикарий, пока я подумаю. Какая арена, тоже подумаю. В общем, если у вас есть какие-то предложения, куда их можно заселить, какой формикарий, какую сделать им арену, пишите об этом в комментариях. Ну а мы оставляем эту семейку в покое и переходим к новой семье. Следующая семейка – это семейка пробковых муравьев. Сейчас их уже 6. Вы помните, что в предыдущих новостях я показывал вам, здесь был только один рабочий. Сейчас их уже 6. Семья активно развивается, много расплода, личинок, коконов, яиц. И в ближайшее время, также, когда здесь будет около 10 рабочих, я их планирую заселить в формикарий. В тот формикарий, который уже у меня был для пробковых муравьев. Единственное, я его, скорее всего, немножко переделаю, сделаю по-другому арену, а гнездо останется тоже. Единственное, я не буду столько делать много гипсовых ходов, потому что семьи немногочисленные, такого большого количества камер им не надо. Давайте сейчас сделаем тарелочку, покормим этих муравьев сахарным сиропом. Так, тарелочку я сделал,
Тут, видите, один рабочий пытается все попасть, вылезти из этого инкубатора. Аккуратненько открываем. Так, кладем туда тарелочку, которую мы сделали из фольги. Капнем туда немножко сиропа. Пока рядом здесь рабочие исследуют мой рабочий стол, капаем сиропик. Так, теперь осталось поймать этого рабочего. Аккуратно сейчас посадим его на ватку. Есть, он сел у нас на ваточку. И назад закрываем наш инкубатор. Все, теперь я надеюсь, что семейка сейчас у нас покушает сахарный сироп, который мы для них приготовили. Оставим их в покое, пускай спокойно кушают. Но мы посмотрим с вами, пока понаблюдаем и поухаживаем за новой семьей муравьев. Итак, ребята, перед вами маточка Леонарди. К сожалению, у нее пока расплод также не развивается. Та большая личинка, которая у нее была, она, к сожалению, погибла. Матка ее не съела, а вот в буквальном смысле слова она погибла. Она вынесла ее вот в эту переднюю часть пробирки, выкинула. Сейчас у нее есть немножко яиц. Буквально здесь несколько штук. Буквально 2-3 яйца осталось. Некоторые яйца она относит вот сюда, вот в переднюю часть. Поближе к ваточке кладет. Вот. Не знаю пока, что с ней делать. Пока получается, что это у нас идет очередной ароматный муравей. Попробую я, конечно, так же, как и у ароматных муравьев, подселить к ней каких-нибудь муравьев. Желательно, конечно, этого же вида. Поищу, у кого есть рабочий, кто может поделиться. Если у меня это получится, то тогда попробую к ней подселить рабочих. И, может быть, удастся поднять эту семейку, эту колонию восстановить, чтобы маточка у нас активно несла яйца. Рабочие у нас за этими яйцами ухаживали, кормили личинок. Вот, также я ее сейчас активно кормлю и сиропом, и тараканчиков ей даю. Но, к сожалению, это пока не приносит желаемого результата. Давайте сейчас ей нальем немножечко сиропа. Сироп, в принципе, она неплохо пьет, так же, как и ест тараканчиков. Но, как я уже сказал, это пока не принесло никаких положительных плодов. Пускай эта семейка отдыхает, ну а мы переходим к следующим муравьям. Итак, ребята, перед вами сейчас 4 семьи. Здесь есть и темноторексы, и лептоторексы. Как вы помните этих семей, если помните, этих семей у меня было 5. К сожалению, в одной их семей маточка погибла, там, где было 4 рабочих. А в другой семье у меня сидела, это у меня, по-моему, было темноторексы. Да, у меня здесь сидела одна маточка и один рабочий, который у меня появился. Значит, что я решил сделать? Решил без всякой заморозки подстыковать 2 пробирки и посмотреть, как рабочие будут друг с другом, или будут они воевать, или матка примет этих рабочих бедолаг, сирот. Вот, значит, первым делом, что произошло, начались небольшие конфликты, но в каком плане? В плане, что рабочие прибежали сначала на территорию матки и одного рабочего, украли у них весь расплод, перенесли в свою сторону пробирки, положили. Матка, естественно, увидела, что ее расплод пропал. С рабочим побежали к ним, забрали у них расплод, отнесли назад свой и тот, который оставался от умершей матки. И вот так вот рабочие бегали, наверное, не знаю, 5 раз, туда-сюда друг у друга воровали расплод, относили. Я положил пробирку, дал им спокойно там устаканить свои отношения. И вы не поверите, с утра все нормально, матка приняла сирот рабочих. И сейчас эта семейка, вот здесь у нас уже сколько получается? 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 муравьев, много расплода. Вот эта семейка теперь будет жить вот с этой маткой, которая осталась. Так, здесь у меня также эти мелкие муравьи. Лептоторексы, темноторексы, надо покатилось повнимательно посмотреть, чтобы определить этот вид. Здесь у меня лептоторексы. Я думаю, что эту семейку я как раз-таки и поселю в природный формикарий. Потому что здесь, как я вижу, гора, целая гора расплода.
Здесь три маточки, не знаю, какие, все ли оплодотворены или не все. Вот. Но семейка достаточно хорошо себя чувствует, поэтому что я хочу сделать? Я хочу ее переселить сначала в деревянную корешку. Сейчас я вам покажу. Я подготовил в ней, просверлил в ней отверстие в этой корешке. Я сейчас с вами возьмем арену, положим туда пробирочку, откроем ее, рядом положим вот эту вот корешку. Единственное, сейчас вход немножко заклеим, чтобы капканчики, которые у нас также будут жить вместе с лептотораксом, не могли сюда проникнуть и не смогли эту семейку всю перещелкать своими капканами. Поэтому давайте сейчас сначала попоим сиропом вот эти вот три семейки, их уберем, попоим сиропом ту семью, которую я хочу заселять в природный формикарий, и потом поместим ее на арену вместе с корягой. Так, здесь у меня уже тарелочки есть, поэтому просто открываем. И сейчас по капельке сиропика им капнем. Так, это у меня здесь семейка, судя по окрасу, темнотораксов. Такие очень мелкие муравьи. Для этих муравьев я еще подумаю, какие мне делать формикарии, не формикарии. Может быть, какая-то пойдет из семей в новый проект мой. Потом расскажу, какой. Так, капаем по капельке сиропа и начинаем заклеивать корягу. Я немножко подготовил мелких палочек от этой же коряги, отщипнул с помощью пассатиш. Так, давайте эти семьи немножко сюда подальше уберем. Берем нашу корягу, где наше отверстие, достаем подготовленные мной небольшие палочки. Так, вот они. Приклеивать мы их будем на суперклей. Когда суперклей у нас застынет, он становится абсолютно безопасным, как для муравьев, так и для других насекомых. Так, теперь будем примерять вот эту вот большую кусочек коряги. Я хочу поставить примерно как-то вот так вот его приклеить сюда. В принципе, наверное, нам даже больше и не надо будет никаких вот этих вот оставшихся кусочков. Ну, сейчас посмотрим. Так, я думаю, сразу сейчас я его намажу суперклеем. Вот у меня такой какой-то суперклей не прям стандартный, а вот он какой-то немножко на такой типа резиновой основе что ли. А, ну да, это клей-гель. Это клей-гель. Так. Попробуем сейчас ее сюда вклеить таким образом, чтобы у нас все-таки какие-то промежутки остались, чтобы муравьи смогли заползти сюда, а капканчики не могли сюда заползти. Так, ну я думаю, что вот примерно сверху даже там есть щель. Здесь тоже у нас есть какие-то щели. Может быть, даже ее немножко подвинуть, чтобы щель была не настолько большая, чтобы туда не смогли пролезть капканчики. Вот думаю, в принципе, вполне. Если вы можете видеть, то вот да, у нас здесь вот внизу есть небольшой промежуток. Я думаю, что туда спокойно пролезут наши муравьи, затащат свой большой расплод. Вон у них какие жирные личинки откормили. Так, пускай у нас сейчас коряга наша подсыхает. Так, давайте сейчас мы вот эту семью, которая у нас осталась непокормленной, покормим. Кормите дальше своих жирных личинок. Пускай растут большие. Несколько капелек капнем сиропика. Так, и возьмем пустую малую самосборную арену и положим туда сейчас пробирку и нашу корягу. Единственное, наверное, пока не высохнет, я не буду открывать пробирку, а пока просто покажу, как они будут лежать и ждать завтрашнего дня, когда я смогу уже наконец-таки открыть пробирку. Так, вот, ребят, возьмем с вами малую самосборную арену.
Сейчас вход с арены пока закроем ваткой, чтобы муравьи не смогли выбраться. Все, ваточка у нас вставлена. На нее мы вот так вот положим нашу пробирку. И рядом, чтобы у нас отверстие со входом было где-нибудь рядом с пробиркой, положим нашу вот так вот коряжечку. Завтра я открою вход из инкубатора и посмотрим. Я думаю, что муравьи сами без проблем должны переселиться в дерево. Им там будет удобнее, комфортнее. И потом уже эту коряжку мы возьмем и переместим в природный формикарий. По крайней мере, на первых этапах мы будем понимать, где у нас находятся муравьи. Сможем за ними наблюдать. Конечно, если им приглянется другое место, то они туда, естественно, уйдут. Но на первых этапах мы сможем их контролировать. И кроме того, если все-таки они будут продолжать жить в этой коряге, то адентомахусы, которые скоро также переселятся в природный формикарий, их здесь не достанут. И, по крайней мере, они хоть как-то в какой-то степени будут защищены. Так, ну что, ребята, давайте я вам покажу вам свою... Итак, ребята, а вот и долгожданная новиночка. Компонотус лигниперда. Посмотрите, какая она гигантская. Допустим, даже если мы сравним, что у меня здесь есть под рукой, клей. Посмотрите, каких она размеров. Я думаю, что она соизмерима с размером компонотус филах, такая же гигантская. Вот, она имеет очень классную расцветку. Не знаю, насколько передает камера хорошо, или на камере у вас она вся темная. Она такая красноватая, имеет красноватый торакс, нижнюю часть. Нижняя часть у брюшка тоже имеет красный цвет. У нее есть расплод, куча яиц, большая вот личиночка есть. Этого муравья мне подарили. Подарил мне, эту маточку Евгений из Ростова. Ему огромное спасибо. Она хорошо питается, кушает сахарный сироп, кушает тараканов, хорошо развивается. Я планирую этого муравья заселить в формикарий по типу, как у меня был формикарий филахов. То есть там будет установлен какая-нибудь коряга, в которой будут вырезаны ходы. Также ходы будут вырезаны в гипсовой основе. Ну и вот в таком вот виде она будет продолжать свое развитие, эта семья. Я думаю, что зимовать их не буду, но здесь не точно. Я еще почитаю, посмотрю, подумаю, стоит ли отправлять этого муравья мне на зимовку. Если это никак не будет мешать развитию этой семьи значительно, если семья будет продолжать все равно развиваться, то я думаю, что попробую обойтись без зимовки. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу, и полюбуйтесь на этого шикарного муравья. Маточка красивая, большая. Пьет сиропик, кушает тараканов. Ну давайте оставим ее в покое, пускай спокойно в спокойствии попьет сироп. Ну а я сейчас начну вам показывать свой природный формикарий, а также еще мы посмотрим, что у меня произошло с террариумом паука. Итак, ребята, перед вами живой формикарий. Посмотрите, как он разросся. В нем разрослись абсолютно все растения. Вот. И даже слишком разрослись. Первый раз я его уже стриг. Сейчас я буду делать это во второй раз. Изготовил я уже вот такую вот крышку. В крышке сделаны отверстия для проветривания. Первая крышка мне не понравилась, как у меня получилось, потому что скапливалось достаточно много влаги. Это уже второй вариант крышечки. Думаю, что вот этого вентиляции уже будет достаточно. Тестирую я уже около недели. Пока никаких проблем не возникает. Сейчас я предлагаю нам постричь еще раз флорариум, подготовиться уже к заселению сюда первой семьи муравьев. Это будет у нас мелкие карапузы, которых мы сейчас переселим в корягу, а потом уже корягу положим в живой формикарий. Так, сейчас давайте возьмем ножницы и подстрижем этот формикарий. Так, давайте немножко вот так вот свет переложим вот сюда вот. Подстрижем сначала шикарное красное растение, которое растет у него здесь. Вот. Ну, я думаю, что сейчас я этот процесс весь ускорю, а потом вы посмотрите на результат, как получилось подстричь второй раз природный формикарий.
Как вы можете видеть, ребят, достаточно безбожно я постриг природный формикарий, состриг все, что только можно было. Единственное, чего я не касался практически, это фикус помело квертифолия. Потому что он мне очень нравится, я хочу, чтобы он заплел в итоге заднюю стенку. Но все равно немножко я его подровнял, по крайней мере, вот сверху, чтобы он не пытался открыть верхнюю крышку. Остальные все растения я подстриг достаточно хорошо, состриг все полностью. Подготовил его к заселению. Конечно, не факт, что сейчас он за 2 недели, за месяц еще раз опять не придется мне его стричь. Растет все достаточно хорошо. Сейчас мы его увлажним и оставим в покое. Пускай растения спокойно отрастают дальше. Ну что, хорошо подстригли, хорошо увлажнили. Теперь накрываем его покровным стеклом и в таком состоянии оставляем. Можете посмотреть, сейчас я сниму камеру, покажу вам, сколько у меня получилось в итоге растений, сколько я состриг. Такая гигантская куча. И теперь покажу вам, что происходит с террариум у паука. В террариуме, ребята, все неплохо. Несмотря на то, что паук убрал все растения с переднего плана, полностью их выдрал, заплел здесь все паутиной, сзади и сверху, и даже вот наш папоротник неплохо себя чувствует, хорошо растут. Даже предлагаю сейчас провести небольшую стрижку тех растений, которые растут сверху, потому что достаточно плотной шапкой они уже заплели. Сейчас паук находится у нас в своей норе, поэтому мы ему не помешаем. И он нам также не помешает открыть верхнюю крышку и подстричь те растения, которые у нас находятся сверху. Так, сейчас я попробую поднять камеру. Можете посмотреть, какая у нас верхняя шапка из растений получилась. Вот он наш, пробивается там папоротник. Предлагаю сейчас немножко эту шапочку также подстричь. Ну и покажу вам результат, который у меня получится. Ну что, ребята, можете посмотреть, вот что у нас получилось. Растений много было. Я постарался их немножко прорядить, подстричь. Немножко облагородил наш папоротник, который растет. Хочу, чтобы он разросся побольше. Вот. Ну, посмотрим, что сегодня ночью будет делать паук, какой порядок он здесь свой наведет. Но, как вы видите, растения пока справляются с его деятельностью. Поэтому продолжим наблюдать за нашим террариумом паука, как у него здесь растут растения, как живет паук. И в ближайших новостных выпусках я расскажу, как у него дела. Что касается проекта «Таинственный остров», как вы можете видеть, я повесил свет. Повесил вот на таких вот цепочках. Сверху у меня будут находиться формикарии. Там же вы видите жука, кто еще помнит. Когда-то он у меня жил, и потом я сделал вот такую вот рамочку, засушил, расправил ему крылышки. Но здесь у меня будут жить, скорее всего, какие-нибудь древоточцы. Посмотрим, какие я им оформлю формикарии. Но это будет в дальнейшем. Сейчас я в ближайшее самое время съезжу за декором для этого проекта, для проекта «Таинственный остров». Свет на месте, осталось купить фильтр, растения, и можно будет его также запускать. Ну что, ребята, а на этом все. Вот такой сегодня получился выпуск. Я постарался вам рассказать о всех моих насекомых, которые у меня живут, как у них дела, какие изменения у них произошли. Обо всех дальнейших изменениях также я примерно раз в 1 месяц, раз в 2 месяца буду снимать новостные выпуски. Ну и к самые интересные моменты, конечно же, буду делать отдельные ролики. Постараюсь выпускать выпуски стабильно раз в неделю, но этого я не обещаю, потому что времени очень мало. Буду стараться. Интересные проекты все попадут в отдельные выпуски. Покажу, как я буду делать новые формикарии, которые будут для моих муравьев-древоточцев, для пробковых муравьев. Ну и активно начинаю заниматься проектом «Таинственный остров». Тоже скоро он появится на канале. В принципе, ребята, я вам рассказал обо всем. Подписывайтесь на канал. Если вам понравился этот выпуск, ставьте лайк. И до новых встреч. Всем пока-пока.